прелестная девушка в составе группы «Очаровательная Ирина Маркова». Истинные джентльмены группы уступили даме место, право первое смотреть полосу, площадку, зону показа. И, конечно же, каждого из вас. Так что поприветствуем Ирину бурными аплодисментами. Я, конечно, в первую очередь обращаюсь ко всем мужчинам, кто присутствует сегодня на авиасалоне «Макс». Среди зрителей, может быть, участников, гостей, может быть, просто неравнодушным к Ирине и к ее выступлениям, которые сегодня будут во время пилотажа первого полета регулярными. Итак, Ирина Маркова для вас. Ну и теперь встречаем мужскую часть пилотажной группы «Первый полет». И они обозначают свое место в небе, в том числе для Ирины, которая летит навстречу. Вот сейчас вот он разгоняет свой Як-54. Прощая, казалось бы, бесконечными бочками и буквально выныривает из пальмы на своем легком спортивном Як-54. А крайне ведомый по очереди на Як-52 синхронно выполняет так называемые уши, отходя от ведущего, пристраиваясь к хвостовому ведущему. Этими ушами летчики пилотажной группы «Первый полет» слышат ваши аплодисменты. Друг за друга, друзья, чтобы не закружилась голова. Четыре косые петли выполняется на Як-52 Дмитрий Самохвалов, Константин Бараин, Антон Веркутов и Роман Овчинников. Любит вас настолько,
на два сердца, то есть в два раза сильнее. Поэтому отличает сегодняшнее выступление группы фигура. Королями. Пусть это будет корона Российской империи. Синхронно совершает посадку. Аплодируем. Вторая пара. Антон Беркутов и Константин Боровик.